Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великие музеи мира», рассматривать работы художников, скульпторов. Жан-Антуан Вато. Венецианский праздник. 1718-1719 годы. Холст масла. 55/45. Выдающийся французский художник Жан-Антуан Вато является создателем нового жанра живописи, так называемых галантных празднеств. Его полотна отличает тонкой поэтичностью и чувственностью, раскрывает богатейшую гамму эмоций человека. Они демонстрируют зрителю мир фантазий, в которых звучат то иронические, то печальные интонации. Герои работ Вато – странствующие актеры, музыканты, ремесленники и крестьяне, светские кавалеры и дамы. В его картинах немаловажную роль играл пейзаж, помогающий создать нужное настроение. Произведение «Венецианский праздник» – прекрасный образец зрелого периода творчества художника. В живописном уголке парка собралось общество хорошо одетых мужчин и женщин. Одни заняты разговорами, другие танцуют под звуки мюзетта. Работая над этой композицией, мастер сделал натурные зарисовки для каждого изображенного персонажа. Колорит строится на сочетании нежных, полупрозрачных, бледно-розовых, голубых, золотистых и зеленых тонов, в некоторых местах усиленных насыщенными темными оттенками. Благодаря этому возникает ощущение, что цвета рождаются один из другого. Вот такое описание к работе Жана-Антуан Вато «Венецианский праздник» я нашел в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.